my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Известный интернет-ведущий из Ютуба поспорил со своей подружкой до 500 евро, что он сможет прожить в Европе 40 дней за полтора куска евро. И это включая авиаперелеты. Этот маленький псих согласился на все ее условия. Ему нужно посетить 7 стран Евросоюза. И поверьте мне, это не так уж и просто. Давайте посмотрим, чем закончится этот спор. Навалья – это город в Хорватии, расположенный на острове Паг. Навалья расположена в северной части острова, на западном побережье. В последнее время город приобрел известность как место клубного и дискотечного отдыха, благодаря знаменитому пляжу Зорче. Но на этом пляже мы были вчера, а сегодня я решил покататься со своими друзьями. Я хочу сказать вам, что Хорватия невероятно красивая. Здесь очень щедрая природа. Также эта страна считается одним из самых экологически чистых мест в мире. Дно моря просматривается даже на глубине 50 метров. Кроме Адриатического побережья, Хорватия славится своими термальными и минеральными источниками. Мы нашли пляж, а самое главное, что он бесплатный. А также здесь очень красиво и уютно. Мы остановились на некоторое время здесь, и я даже успел поплавать с маской и ластами. Йо, всем привет! Сегодня мы были на пляже, я плавал с трубкой, с маской, с ластами, и мы наблюдали за подводным миром Хорватии. Море Хорватии – это одна из главных причин, почему сюда приезжают прямо-таки толпы туристов. Итак, 6 часов вечера я гуляю по набережной, возвращаюсь к себе в номер посмотреть на закат. Но вдруг оказывается, что вечер только начинался. Like, show me foot. Crash my foot. Does this hurt? I'm like, yes! Yeah. How about this? Ah, yes! How about that? Not so much, not so much. Yes. And maybe it is broken, maybe not. I don't know. I'm like, He's like, you need x-ray. I'm like, yeah. Водка, водка, yeah. Like, there's no x-ray here. You go to the other. Одиннадцать часов вечера, ветер в лицо, ну точнее в лобовое стекло, и мы направляемся в Задар, чтобы узнать, все ли в порядке с ногой у Джо. И пока я наблюдал за этими вот реальными пацанами, местными хорватами, мои друзья понапивались, изрядно разбили арбуз и снимали это все на видео. Не, ну вы это видели? Реальный алкоголик пытается своей головой, с корейской головой, пробить лбом своим, пробить арбуз. Конечно, это нереально. О, в дело пошла рука. Кунг-фу. Оказывается, все обошлось. И вот мы мчимся уже домой. Все в порядке у Джо с ногой. Она напухла, да, но врач сказал, что все пройдет. Он выписал рецепт, по которому Джо теперь нужно лечиться весь остаток наших каникул. А знаете, какой рецепт? Не знаете. Это водка. Причем он сказал, если водка будет не местная, не хорватская, то нога будет болеть очень долго. И мы спешили домой, чтобы успеть на дискотеку. Доктор Пеппер.
король напитков